В отделе искусств областной библиотеки Горького новая экспозиция. Свои работы на весеннюю тематику представили ученики и преподаватели школы искусств номер один. Весна на пороге, скоро 8 марта. Захотелось праздника, говорят в школе искусств. Решили сделать выставку. На библиотечных стенах бок о бок ученики и преподаватели. Главная тема – цветы, весна и все, что с этим связано. Для меня еще весны нет пока. Она только вот где-то постучала в окно. И так вот в этой работе немножечко цветочки такие вот появились. И тема сентябрь, ну вообще, я считаю, цветы, они прекрасны в любое время года. Выставку библиотеки устраивают не первый раз, уже третий. Всегда с неизменным успехом. Это такая вот светлая, хорошая тема. Весна, женский праздник, цветы. И поэтому как-то и дети, и педагоги откликаются на эту тему очень творчески, очень приятно, хорошо. И, по-моему, эта выставка такая вот вызывает приятное весеннее, хорошее солнечное настроение. На художественном отделении школы искусств учатся 120 человек. Сколько принесли работ, не считали, отбирали только лучшие. Получилось примерно 60. В одном ряду витраж, батик, акварель и декоративно-прикладное искусство. Его здесь больше всего. Дети с удовольствием занимаются, наверное, особенно декоративно-прикладным искусством, потому что это интересно, есть новые технологии. Кроме того, что нужно уже уметь и видеть, и представлять, а еще использование новых технологий, компьютерных технологий в том числе, конечно, это интересно, и детям нравится. «Весна душистая повеяла крылом», писал когда-то Афанасий Фет. Его слова и взяли в качестве названия выставки. Уверены, в работах детей и преподавателей есть главное – хорошее настроение.